Неважно, фанк, рок, панк, регги, хип-хоп, рэп, джаз, соул, кантри или поп. Мой ход с трех нот угадать ответ и найти однажды музыку своих побед. Что это за песня? Это песня, которую я буду исполнять на детском Евровидении под номером 10. А почему была выбрана именно эта композиция и как она будет представлена, какие-то танцевальные постановки, что еще предполагается? Мы сейчас делаем подтанцовку, я тоже буду танцевать, в ней будет очень много танцев, также очень будет много вокала, будет задняя графика. И все, может быть, еще что-то добавится за это время. Графика как у Лазарева? Ну, конечно же. Но графика будет, конечно же, необыкновенная. Она будет, можно сказать, мультяшная. Графика, как для детского Евровидения. А какие-то герои определенные будут? Нет, герои будут неопределенные. Там будет показываться, как создавалась музыка.